Да, вернемся к тому месту, где мы были. Да, то есть что, да, что мы доказываем? Мы хотим построить код, который являлся бы кодом MDR, и у которого локальность по чтению была бы, локальность по передаче была бы минимально возможной. То есть была бы n-1 разделить на n-k. Да, и как мы этот код строим? Мы его строим явно. Вот, то есть вот мы говорим, что ну, то есть это, кодовые слова наши — это матрица размера t на n. Вот. И в каждой строчке, да, то есть, и вот мы будем такие матрицы строить. Строчки матрицы пометим векторами размерности n, у которого каждая координата варьируется от единички до r. Вот. А столбцы пометим все такими наборами. То есть для житого столбца у нас есть r разных элементов нашего поля. Лямбда житая 1 и так далее до лямбда житая r. Вот. И теперь... да, теперь мы можем определить, то есть для каждой строчки мы определяем свой собственный линейный код, как он устроен, то есть строчка у нас помечена альфа, и линейный код там будет иметь проверочную матрицу h с индексом альфа, с индексом такого вектора. Вот. Этот вектор нам просто позволяет выбрать для каждого столбца один из вот этих вот лямбда житых. Да, то есть если все альфы равны единице, все координаты равны единице, мы возьмем первый лямбда житый из каждого столбца. Если они все равны там r, тогда мы возьмем последний лямбда житый из каждого столбца. Когда мы взяли лямбда житый, то по ним мы строим матрицу типа проверочной матрицы Кода-Вида-Соломона, обобщенную матрицу Вандермонда. И тогда, значит, мы знаем, что вот в этой строчке, в альфской строчке, может лежать произвольный элемент такого кода. Вот это наша конструкция. И теперь что нам нужно доказать? То есть нам нужно доказать два свойства. Да, нам нужно доказать свойство. Нам нужно доказать свойство MDR. Ну, это совсем просто. Вот. Ну и доказать вот это вот свойство локального восстановления, локальности по чтению, то есть что локальность там, любой житой координаты, она будет n-1 на n-k для любого g. Ну вот первое свойство MDR, это совсем просто. То есть что нам нужно доказать? Нам нужно доказать, что вот если у нас есть какое-то кодовое слово, да, то есть мы взяли и заполнили эту матрицу по всем нашим правилам, и да, нам нужно доказать, что любое множество из k-столбцов является информационным множеством, потому что это критерий свойства MDR. То есть что если там все столбцы, кроме k, оказались удалены, почему мы по оставшимся там k-столбцам можем действительно восстановить нашу матрицу? Вот. Ну, просто потому что, как бы, если мы посмотрим на любую строчку, то в строчке мы увидим k-координат. Но в каждой строчке у нас тоже живет код MDR. Поэтому мы эту строчку можем дополнить и сделать ее полной. Вот мы восстановили строчку. И так можно восстановить любую строчку, поэтому так мы восстановим всю матрицу. Вот это свойство MDR. Да. Ну а теперь как бы основное, почему, так сказать, мы делаем такую загадочную конструкцию, то есть почему этот код будет обладать ожидаемой нами локальностью по чтению, да, почему у него будет такая хорошая локальность по чтению. Давайте попробуем это доказать. Да. То есть, ну вот предположим, что да, давайте, конструкция симметричная, то есть нет никакой разницы между координатами на самом деле. Поэтому давайте предположим, что у нас стерта первая координата. Предположим, что вот первую координату мы потеряли. И мы хотим ее восстановить. Да, и как бы теперь нам нужно решить, что же это такое, мы будем читать из каждого другого столбца, что мы там будем вычислять, какие линейные функции вот от того, что мы прочитали в этом столбце, что мы будем передавать, и почему то, что мы передадим в совокупности, позволит нам восстановить этот первый столбец. Вот. Ну, давайте скажем так, что вот мы знаем, что наши строчки... И почему у нас объем данных передаваемых получится вот такая интересная дробь. Вот. Мы знаем, что то, что находится в каждой строчке, мы знаем, что элементы наших строчек, они занумерованы вот этими вот векторами альфа в там, r в степени n. Вот. Ну, мы возьмем и эти вектора упорядочим просто лексиграфически, возьмем наши строчки и упорядочим по альфа просто лексикографически,
То есть, чтобы сначала у нас, значит, стояли, сначала у нас будет R альф, которые все выглядят как 1, а потом там, то есть нет, не 1, а выглядят как какая-то альфа-штрих. Сначала 1 альфа-штрих, потом 2 альфа-штрих, это как бы вектора. И так дальше вплоть до R альфа-штрих. А потом там будет какой-то другой такой же блок. Да, 1 альфа, 1 альфа 2 штриха, где вот эти, потом 2 альфа 2 штриха, и так далее, вплоть до R альфа 2 штриха, где вот все эти альфа штрих или альфа 2 штриха, это уже вектора просто размерность на единичку меньше, то есть эти вектора, которые живут в R степени n минус 1. Да, мы можем так сделать. И вот мы покажем, что, что вот эти, что, да, то есть если мы будем, кого мы будем, восстановление будем делать по этим блокам. То есть мы не будем пытаться восстанавливать весь первый столбец целиком, мы будем восстанавливать его по блокам. По блокам, как бы вот, вот по таким вот блокам, где первая координата у альфа меняется, а остальные координаты остаются константами. И мы покажем, что мы можем восстановить каждый блок, да, каждый блок, блок вот этот, 1 альфа штрих, и так дальше, R альфа штрих, можно восстановить, получив всего один элемент поля, из каждого оставшегося доступным столбца. Да, вот это то, что мы хотим доказать. Мы хотим доказать, что каждый блок, то есть вот если мы хотим восстановить первый блок, скажем, да, мы сможем это сделать, получив всего лишь, получив всего лишь один элемент из каждого из оставшихся доступным столбца. То есть отсюда мы получим один элемент поля, отсюда. Вот. И этого будет достаточно. То есть если мы сможем показать это, то мы закончим доказательство. Потому что, что это значит? Если бы мы читали, да, то есть если бы мы читали, да, то есть можно просто посмотреть, сколько у нас этих блоков. Да, сколько у нас блоков, их будет r в степени n минус 1. Да. Если каждый из них мы... восстановление каждого из них требует, чтобы мы получили n минус 1 в такой подпакет. Да, вот, элемент поля. Да. Высота блока n минус k. Да? Высота блока... высота блока r, да, n минус k. То есть мы читаем n минус 1, да, получаем n минус k, так что да, как раз правильная дробь. Да, 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 вот это, вот это, да, да, да. То есть вот это вот утверждение, которое нам, собственно, и нужно. То есть если мы можем доказать это утверждение, то все хорошо. Хорошо. Ну, да, но теперь давайте я просто скажу, что это за элементы, которые мы будем получать. Вот, что мы, собственно, там из какого-то житого из какого-то столбца с индексом, я не знаю, S, что это за элемент поля, который мы получим? Ну, вот мы пошлем просто сумму. То есть мы посмотрим, что как бы, в соответствующих позициях стоит в житом столбце, и мы просто пошлем сюда сумму. Сумму вот этих вот элементов. Вот это вот и будет наш элемент, который мы получаем из каждого столбца. И этого окажется достаточно. Ну, здесь нам придется уже, конечно, посмотреть глубже в суть нашей конструкции, и мы увидим, что это действительно так. Вот. Доказательство очень простое, как бы сейчас мы просто увидим, что все эти условия, которые мы наложили, все они дружно дадут нам то, что мы хотим. Ну, давайте подумаем. То есть, вот предположим, что мы смотрим на первую строчку. Ну, вот в первой строчке живет какой-то, там находится какой-то вектор x1, вот, с каким свойством, так что h1, то есть соответствующая матрица умножить на x1 равна нулю. Да.
H1 — это матрица, которая соответствует… То есть это проверочная матрица, которая соответствует первой строчке. Во второй строчке, соответственно, будет жить какой-то вектор x2 со свойством, что новая матрица H2 умножить на x2 равна нулю и так дальше. Ну а в строчке с номером r будет жить вектор xr, такой, что hr умножить на xr равно нулю. Давайте перепишем вот эту систему уравнений немножко по-другому. Ну вот любую из этих матриц, да, скажем, матрицу H1, я могу записать, это матрица. Я возьму просто и дам отдельное название ее первому столбцу и остальным столбцам. Я назову H1 с крышечкой, ее, как бы, это уже матрица, в которой я просто удалил первый столбец. А этот первый столбец я назову H1, ну и также для всех остальных матриц. Для H2 первый столбец я назову H2, а дальше там будет жить матрица H2 с крышечкой. Вот. Тогда как я могу переписать эти уравнения? Ну вот x1 — это вектор, который удовлетворяет следующему свойству, да, что h1 умножить на x1 первая координата плюс h1 с крышечкой умножить на x1 с крышечкой равно нулю. То есть, может, не очень хорошее обозначение. То есть крышечка значит, что мы просто отбрасываем первую координату. Да, то есть, если у меня раньше было, что эту матрицу я умножал на вектор x, ну вот первая ее координата умножалась на h1, а остальные координаты умножались на h1 с крышечкой. Вот то, что я здесь написал. Вот. Потом я смотрю на x2, здесь у меня будет h2 плюс x2 умножить на x2 первая координата плюс h2 с крышечкой умножить на x2 с крышечкой равно нулю. И так дальше, xr hr умножить на xr первая координата плюс hr с крышечкой умножить на xr с крышечкой равно нулю. Вот такая вот странная система уравнений. Ну, теперь нам остается заметить, что по нашей конструкции на самом деле h1 с крышечкой это то же самое, что h2 с крышечкой и то же самое, что hr с крышечкой. Потому что как все эти матрицы определяются, ну, то есть, когда мы смотрим на первый блок, то все альфа одинаковые, кроме как в первой координате. Да, то есть, когда мы смотрим на первый блок, то все вектора альфа, которые задают координаты в этом блоке, они все отличаются только в первой координате. Стало быть, матрицы H, которые соответствуют линейным кодам, которые живут на этих строках, они отличаются тоже только в первой координате. А оставшаяся часть этих матриц, она одинаковая. Теперь предлагается это все сложить. То есть, да, больше, собственно, сложить, и на этом все и кончится. Вот. То есть, что получится, когда мы все это сложим? Мы получим такое уравнение. H1 умножить на x1 первая координата, плюс h2 умножить на x2 первая координата, плюс и так дальше, плюс hr умножить на xr первая координата. Вот это, ну, а здесь у нас получается сумма. Это матрица h с крышечкой, мы уже индекс у нее писать не будем, на сумму всех этих x-ов, x1 с крышечкой, плюс и так дальше, плюс xr с крышечкой. Да. Да, альфа это индекс нашей строки, то есть альфа — это вектор, который принадлежит множеству. Вы не можете взять матрицу H альфа, как она от него зависит? Да, вот. Вектор альфа используется для того, чтобы выбрать соответствующие лямбды. Это такая, ну, в каждом столбце выбирается в соответствии. Да, он помогает нам пройти такой кривой через эти лямбды и выбрать соответствующие лямбды. Кривая — это альфа? А когда мы выбрали лямбды, то по лямбдам мы строим матрицу Вандермонда. Ага. Все понял. То есть, все понял. Поэтому на блоке как бы получается, что все эти кривые одинаковые, кроме как в первой координате. И, соответственно, все эти матрицы H одинаковые, кроме как в первом столбце. Вот там у тебя нарисована вот эта матрица чуть-чуть правее, и вот
Да, S это значит, да. Да, S это соответствующее. То есть, да, то есть, да, S это, соответствует, это там соответствующее значение в векторе альфа. Да, да. Вот. Ну, да, и вот это вот такое определение дает нам, вот эти, дает нам возможность сделать такие алгебраические манипуляции. То есть мы, да, то есть мы теперь что же здесь получилось? Что это значит, что если мы знаем сумму, если мы знаем сумму вот этих вот векторов, как бы не считая первой координаты в них, что если мы можем получить себе сумму векторов x без первой координаты, а это именно то, что мы себе собираем. То есть если мы в каждом столбце получаем сумму элементов столбца, то в совокупности можем собрать себе сумму этих векторов. Вот. Ну, это значит, что собрав сумму этих векторов, умножив на h, мы можем получить вот такое вот сиелинейное уравнение в терминах первых координат этих строчек, которые мы хотим восстановить. А, ну, здесь по модулю 2 все, поэтому это не... Вот. То есть мы работаем в поле характеристики 2. Вот. А дальше надо просто заметить, что эта система линейных уравнений не выражена, потому что вектора h1 до hr, они линейно независимы. Но они линейно независимы, потому что это вектора, как бы, такие же вектора типа Вандермонда, ну а лямбды, они все вообще различные. Вот, вот такая... А h у нас уже по модулю 2, да? Да, h, да, то есть мы работаем в поле характеристики 2, то есть мы считаем, что характеристика... FQ равна 2, да. Да. Линейная система. На x1, 1. XR1. Вот. Ну, вот такая конструкция. То есть, то есть мы от каждого оставшегося столбца мы получаем сумму элементов блока. Вот. Это значит, что мы можем восстановить сумму векторов, которые живут на этих блоках, кроме как в первой координате. По этой сумме, умножив ее на матрицу H с крышечкой, мы получаем как бы значение правой части вот такой вот системы линейных уравнений, где переменными являются как раз-таки неизвестные нам первые координаты всех этих слов. Вот. И что это за матрица, то есть, как бы мы знаем, то есть это, да, то есть вот эти, то есть, да, ну а матрица этой системы линейных уравнений, это матрица типа Вандермонда, поскольку каждый из этих векторов h1, h2 и так дальше, ну то есть это вектор, который также строится вот по этому правилу, то есть вектор последовательных степеней, в совокупности это система независимых линейных уравнений полного ранга, можем ее решить и восстановить потерянные х. Ее конструкция, да, она несложная, хотя, видимо, ее, может, я не очень хорошо объясняю, она, то есть, да, ничего сложного не происходит, но в конце получается вот такой вот, то есть, да, немножко громоздко, да, но в конце мы получаем, что мы достигаем вот этой вот границы абсолютного минимума по локальности почтения, вот в таком вот коде МДР. Есть конструкции, которые достигают этого для локальности по... здесь мы сделали для локальности передачи, есть конструкции, которые достигают того же минимума для локальности почтения. Они немножко сложнее, но тоже как бы используют такую элементарную комбинаторику, алгебру. Ну, вот. Они были получены раньше? Эта конструкция совсем новая, да. Эта конструкция новая, те были получены раньше, и они как бы влекут это. Да, то есть если там достигается локальность по чтению, то она как бы влечет локальность по передаче. Эта конструкция, то есть как бы статья опубликована, то есть у кода есть всякие интересные свойства, вот эта вот как бы независимость по строкам и так дальше, которые там, как бы если люди начинают оптимизировать какие-то параметры, так сказать, третьего ранга, то это имеет значение. Ну и просто интересная конструкция, да. Да, она, то есть в смысле оптимизации локальности есть более сильные результаты, да.
Ну, если здесь какие-то есть вопросы, можно их спрашивать. Если нет, то это все с локальностью после одного стирания. То есть мы видели три вида кодов. Ну, как бы обсуждали три вида кодов, да, то есть минимизация локальности, как в смысле количества выживших символов, к которым мы обращаемся, минимизация количества данных, которые мы передаем, и минимизация количества данных, которые мы читаем. Вот. То есть разные метрики, для всех из них есть конструкции, есть границы существования и несуществования. Вот. Хорошо, да. Сейчас я тогда перейду к другому режиму, когда мы хотим локальность после большого количества стираний. Когда мы хотим локально быстро восстанавливать символы после того, как произошло большое количество стираний. Вот. Это тут я, наверное, зря сделал. Похоже, один из маркеров, которым я писал, он не предназначен для доски, а предназначен для бумаги. Это жалко. Нет, если бы он был для бумаги, это просто плохой маркер. Если бы он был для бумаги, то он бы не размазывался, а бы твердо. Ну, на нем написано, что он для бумаги. Написано permanent. Написано flipchart marker. А, то есть он такой. Кто это был? Пейпер, который изобрел логу, который там создавал информатику школьников, в чем приехал рекламировать свои идеи по преподаванию. Его приглашал Семенов, и его тоже получается таких ответственных моментов. Но он вот там не делает. Я думаю, что если я сотру сейчас, то, может быть, оно еще сотрется. Нет, это тогда будет доска равномерная. Поверх этого можно будет писать. Ну, прошу прощения. Итак, локально декодируемые коды. Ну, определение я давал на прошлой лекции, то есть там мы говорили о локальности как после одного стирания, так и после многих, поэтому я ее не буду повторять. Но то есть смысл в том, что да, то есть мы хотим, чтобы у нас был линейный код, в котором, если происходит какая-то константная доля стираний, может быть, не знаю, 1% или 10% стираний, то после этого, если мы хотим восстановить какой-то символ сообщения, не кодового слова, а сообщения, мы должны уметь это делать, читая не больше, чем R символов. Вот. Это то, что называется локально декодируемыми кодами. То есть тоже как бы идея локальности, но намного-намного более сильной. То есть намного больше мы хотим от нашего кода, поэтому намного больше будет избыточность. И у этих кодов приложений на практике, насколько я знаю, нету, но есть много разных приложений в теории. Вот. И математика за ними более интересная, на самом деле, более глубокая и более интересная, чем за кодами, которые практически полезны. Вот. И давайте начнем с простейшего примера, с кода Адамара. Код Адамара. Это код, у которого параметры n, это 2 в степени k, k, расстояние у него тоже есть, расстояние 2 в степени k минус 1, двоичный код. Как он работает? Мы берем вектор x в f 2 в степени k, и кодируем его кодовым словом c от x, которое устроено следующим образом. Это все скалярные произведения x на a, где a, то есть это наши вектора,
где А пробегает все возможные вектора в F2 в степени К. Вот это вот наши кодовые слова. И сейчас мы покажем, что этот код обладает локальностью 2. Если как бы, то, что я рассказал раньше, где-то было непонятно, то сейчас мы начинаем полностью с чистого листа, поэтому можно, так сказать, все можно пытаться заново начать следовать. Вот. А после не более чем 2 в степени k минус 1, минус 1 стираний. Такой код. Да? То есть определение самого кода, как бы, оно ясно. То есть мы берем. Что мы кодируем вектора, да, мы берем вектор размерности k, а как мы его кодируем, мы берем и записываем все его скалярные произведения со всеми возможными другими векторами. И даже с нулевым. С нулевым, чтобы уж. Не обязательно, конечно, писать с нулевым, но можно и записать для, так сказать, до кучи. Вот. И что мы говорим? Что. Да, то есть кодирование, очевидно, чрезвычайно избыточно. Безумно длинные кодовые слова, но очень сильная локальность. То есть мы говорим, что в таком коде, если мы сотрем даже половину, практически половину, там 2 в степени k минус 1 минус 1 символов, то все равно, если после такого безумного количества стираний, если мы хотим восстановить одну какую-то координату, которую, одну координату вектора x, то мы сможем это сделать, читая всего лишь 2 символа, 2 оставшихся символа. Ну и как мы это будем делать? Ну, для этого нам просто нужно заметить, что имеет место такое тождество, что вот если у нас есть вектор x, и мы его умножаем, берем скалярное произведение с вектором a, с произвольным вектором, вот, а потом еще берем скалярное произведение с вектором a плюс eta. То есть eta — это вектор, у которого в этой координате единица, а в других координатах нули. То вот эта вот сумма — это есть не что иное, как скалярное произведение x с eta, ну, которое есть просто eta и координата самого x. Да? Вот, одно такое наблюдение. То есть, ну, а теперь, да, почему у нашего кода есть локальность 2? Ну, потому что если... Что мы здесь показали? Здесь мы показали, что для того, чтобы восстановить итую координату x, нам достаточно посмотреть, неважно какое а, для любого а, нам достаточно смотреть всего лишь на, как бы, на, две на два скалярных произведения, x с а и x с а плюс eta. Да, и это дает нам разбиение всех векторов а на такие вот пары. Так что если мы на любой паре, если мы можем узнать скалярное произведение x из a, из a плюс eta, то мы можем узнать значение этой координаты. Вот. Ну, дальше я утверждаю, если мы стерли не более чем 2 в степени k минус 1 минус 1 координат в коде Адамара, то это значит, мы лишили себя возможности узнавать скалярное произведение x, ну, всплоть вот до такого количества векторов. Но все равно, значит, будет какая-то пара а и а плюс eta, так что мы можем, мы сохраняем доступ к обеим этим элементам. Потому что изначально у нас есть просто разбиение, потому что изначально у нас есть всего 2 в степени k минус 1 пар, ну, все, кроме одной, мы можем повредить, но уж хотя бы одна пара останется. Вот, ну, вот это вот свойство локального восстановления. Очень простой код, но, к сожалению, очень избыточный. Вот. Основные вопросы в теории локального декодирования, если вот в этих вот кодах в практических, там больше разных аспектов, которые изучаются. То есть мы говорили только о локальности, но у каждого из этих кодов люди смотрят на самом деле, как бы, то есть есть статьи, изучающие намного более тонкие аспекты, там стоимость восстановления, как бы стоимость, как бы разные модели для, как бы, описывающие сложность кодирования или там свойства максимального восстановления, о котором я совсем не говорил. То есть есть много еще более тонких аспектов. В локально декодируемых кодах изучается практически один только численный аспект — это избыточность. То есть, да, мы хотим сказать, что вот если мы кодируем сообщение вектора длины k, да, то есть если мы фиксируем k, фиксируем r, то есть мы хотим, чтобы код был r локально декодируемым, то вот вопрос, собственно, как же зависит n от k. То есть насколько быстро должна расти длина кодового слова. Да, ну а пусть доля стираний у нас дельта, не знаю, там 1%, 1% стираний, после которого мы хотим уметь эффективно декодировать, эффективно восстанавливать координаты кодового слова, координаты сообщения, то вот насколько быстро должна расти длина кодового слова. То есть от k и r. И то, что я сейчас показал вот с конструкцией кодов Адамара, это то, что n2
от k, ну, уж не больше, чем экспонента. Да, не больше, чем 2 в степени k. Что, да, что если мы хотим восстанавливать, читая всего лишь два символа, и, то ну, вот экспоненциальной длины нам достаточно, кота Дамара нам это дает. И на самом деле есть оценки снизу, которые для случая, когда, для случая 2 локально декодируемых кодов, которые ну, примерно такие же, то есть, скажем, экспоненциальные по k. То есть случай 2, к случаю локальности 2 более-менее понят, но для больших локальностей как бы, вопрос широко открыт. То есть если мы говорим о локальности 3, это, наверное, наиболее изучаемый вопрос, то лучшие оценки снизу они выглядят как квадрат, а лучшие оценки сверху — такие вот всякие странные функции 2 в степени, 2 в степени корень из логарифма k умножить на логарифм логарифма k. Ну, вот здесь какая-то константа. Вот. И эта функция, она, то есть как ее можно воспринимать, то есть это функция, которая растет медленнее, чем, то есть это намного меньше, чем 2 в степени k в степени эпсилон для любого эпсилон, но с другой стороны это намного больше, чем любой многочлен, то есть какая-то такая странная функция между экспонентом и многочленом. Да, вопрос также изучается и для растущих r, то есть, скажем, когда r становится достаточно большим, то есть когда r становится 2 в степени корень из логарифма k, тогда мы можем достичь константных скоростей. Тогда избыточность можно сделать очень маленькой. Вот. Тогда n может быть вида единицы плюс эпсилон. Но да, ну, тут как бы можно еще всякие промежуточные режимы смотреть. То есть, скажем, n от логарифм k, она полиномиальна. Слегка суперполиномиально, лучшие оценки сверху слегка суперполиномиально. Скажем, n в степени, k в степени логарифм k. Ну, да, ну вот примерно такое положение дел. То есть это, так сказать, общая картина. Вот. Что мы будем... Да, то есть, да. При этом мы интересуемся только стираниями. А если там что-то искажается, то мы не хотим ничего. Ну нет, это я так определяю для, так сказать, для того, чтобы было единство картины с... Нет, чаще даже, как правило, локально декодируемые коды определяются немножко иначе. То есть говорят, что пусть у нас есть кодовое слово, и есть какая-то доля символов, которые искажены, которые, собственно, произошли ошибки, а не стирания. Вот. И теперь что мы хотим? Мы хотим восстановить какую-то координату кодового слова, и мы разрешаем себе читать не больше, чем r-координат. Но у нас должен быть вероятностный алгоритм, который там, сможет нам с вероятностью 2/3 восстановить нашу координату правильно. Вот. А все конструкции, то есть то определение, которое я даю в терминах стирания, с ним немножко удобнее работать, и все конструкции, они дают что одно, что другое. Вот. Границы снизу есть только для очень маленьких r, вот, и там они тоже будут работать в обоих режимах. Полной эквивалентности вообще я не знаю такого доказательства, вот, но все известные результаты укладываются одинаково, что в ту канву, что в эту. Вот, ну давайте, что мы будем делать дальше? То есть дальше сейчас мы увидели один простейший локально декодируемый код, код Адамара. Сейчас я расскажу о чуть более общем классе, о кодах Рида-Маллера. Коде Рида-Маллера. Вот. А потом о кодах из сочетающихся векторов. А коды Рида-Маллера — это классические коды, которые были придуманы там, в 50-е, 60-е годы, и которые, ну вот они тоже обладают этим свойством локальности. Это было первое семейство, которое, хотя, так сказать, сам вопрос о локальности стал позже, но коды Рида-Маллера уже этим свойством обладали. Коды сочетающихся векторов были разработаны конкретно уже для, как бы, пытаясь оптимизировать параметры локально декодируемых кодов, и именно коды из сочетающихся векторов и дают вот эти вот странные функции, там вот эти 2 в степени корень из 2 в степени 2 в степени корень из логарифма. И я думаю, что мы успеем покрыть сейчас и то, и другое, что мы сможем поговорить и о кодах Рида-Маллера, и о кодах сочетающихся векторов. Ну да, давайте начнем с кодов Рида-Маллера.
Код Эдамара, по сути, это просто обобщение кодов Адамара. То есть коды Адамара нам дают локальность 2, но очень большую избыточность. То есть теперь мы готовы, мы хотим сказать, что хорошо, но, то есть пусть локальность будет не 2, но лишь бы избыточность была немножко поменьше. Вот, вот коды Эдамара позволяют это сделать. Вот. А давайте зафиксируем какие-то параметры. То есть пусть у нас будет... Да. И еще, наверное, для, как бы, да, для цели этого доклада, то есть, просто потому что все равно все эти режимы мы не охватим, давайте фокусироваться на случае, когда R — это константа. То есть, когда нас интересует локальное декодирование, читая константное количество координат. То есть мы не будем смотреть на режимы, когда мы читаем там, логарифм координат или 2 в степени коди, чтобы R не росло с ростом k. Вот. Да, то есть код Эдамара определяется тремя параметрами. Q — это размер конечного поля, D — степень, и N — количество переменных. Как определяется сам код? То есть множество значений некоторого многочлена собственно произвольно, да, где f вот собственно и все определение кода Эдамара. То есть мы смотрим на все возможные многочлены от n переменных над полем fq, таких, что степень этих многочленов не более чем d. Ну и вот для любого такого многочлена мы берем этот многочлен и выписываем все его значения. Выписываем все его значения, то есть берем многочлен, где мы можем его вычислять, ну вот на всех точках fq в степени n, потому что у него n переменных, и каждая координата, и каждая переменная имеет значение в поле fq. Вот мы перебираем все возможные точки, где мы можем вычислить этот многочлен, и записываем их как вектор. Вот получается кодовое слово. Вот. Что можно про него сказать? Да, то есть здесь длина, то есть мы длину будем обозначать n большое. То есть кодовые слова у нас получаются длины q в степени n. Вот. Какая у нас размерность кода? Это вопрос просто о том, сколько существует многочленов. Да? То есть если у меня n переменных и степень d, то сколько может быть многочленов? N плюс D, число сочетания из N плюс D под D. Вот это будет размерность кода Эдамара. Потому что это вопрос о том, сколько есть способов разложить число D в сумму из N чисел. Есть стандартное решение для этой задачи, и правильный ответ оказывается вот такой вот биномиальный коэффициент. Вот. Давайте теперь докажем. Хорошо еще, конечно, убедиться, что все эти вектора различны. Да, что все вектора различны. Будем считать, что D меньше, чем Q. Давайте даже считать, что меньше, чем Q пополам. Вот. И тогда можно показать, что все эти вектора различны. Потому что если я беру два формально различных многочлена, то они не будут совпадать тождественно, если я их вычисляю. Потому что если бы они совпадали, то их разность была бы тождественна любым многочленам. Над полем размера q многочлен степени d, который меньше, чем q, не может вычисляться тождественно в ноль. Это там лемма Шварца-Зиппеля в том числе. Вот такая длина, такая размерность. Почему этот код является R-локально декодируемым кодом? Да, и какой у нас R вообще? R у нас будет d плюс 1. Вот. Мы будем считать, чтобы получить свойства, которые нам нужны, мы будем считать, что q константа, соответственно, d константа
а n растет в бесконечности. То есть у нас многочлены маленькой степени от очень большого количества переменных. Вот мы берем их, вычисляем, получаем наши кодовые слова. И теперь мы хотим сказать, что множество этих кодовых слов является локально декодируемым кодом. Ну, как в этом убедиться? Ну, то есть то, что мы сейчас докажем, это не то, что этот код является локально декодируемым, а то, что этот код является локально корректируемым. То есть есть такие два очень близких определения, но все-таки немножко разных. То есть когда мы говорим о локальном декодировании, мы говорим, что по испорченному кодовому слову, если мы хотим восстановить любую координату сообщения, которое это кодовое слово кодирует, можем это сделать, читая не более чем R-координат. Когда мы говорим о локально корректируемых кодах, мы говорим, что по испорченному кодовому слову можем восстановить любую потерянную координату, любую стертую координату, читая не более чем R других координат. Вот. А это для линейных кодов это более сильное свойство. И сейчас мы будем доказывать именно свойство локальной коррекции. То есть мы покажем, что если у нас есть, что если кто-то взял многочлен, нам не сказали какой, кто-то взял многочлен от n переменных низкой степени и записал все его значения как вектор, а потом стер, там, скажем, 1% этих значений, то любое стертое значение мы можем восстановить, читая не более чем d плюс одну координату. Да, не более чем d плюс одну координату, где d — это степень изначального многочлена. Есть соотношение между, ну, там d должно быть не больше 100, если там стирая 1% или что-то в таком роде. Да, да, то есть есть связь между Q и вот этим 1%. Это между D и 1%. Между D и 1%. Да, но D у нас, D связан с Q, да. Да, есть связь между D и 1%. То есть, да, ну, будем говорить, что наша доля дельта, она, что мы не разрешаем стирать больше, чем единица на D. Да, то есть если мы хотим иметь очень большое d, то да, то это ограничивает наша дельта. От этого легко избавиться. То есть это как бы это мы делаем для упрощения нашей жизни. То есть от этого можно легко избавиться и сделать их независимыми. Но так как мы это будем сейчас доказывать, мы пусть у нас есть это ограничение. Да, я потом скажу про это, то есть я потом скажу, как от этого избавиться, чтобы этого не было. Вот, хорошо, теперь пусть есть координата, значение которой мы хотим восстановить. То есть множество стертых координат. Вот это вот все пространство FQ в степени n. Все пространство FQ в степени n, на котором мы вычислили значение неизвестного нам многочлена. Вот, и вот эти вот координаты, которые были стерты, вот среди них оказалась какая-то координата, значение которой, в которой нас очень интересует, которую мы хотим восстановить. Ну, что мы будем делать? То есть мы возьмем и посмотрим на все возможные, пусть эта точка называется x, возьмем и посмотрим на все возможные, лучше назовем ее w, да, и возьмем и посмотрим на все возможные афинные прямые fw v. То есть для любого вектора v в fq в степени n я могу посмотреть на такой вот объект афинную прямую lw v, это все вектора вида w плюс лямбда v, где лямбда варьируется в поле fq. Вот. Нет. Да, то есть это все возможные афинные прямые через точку W. Сейчас W — это точка с стертой координатой. Да, это та точка, значение в которой мы хотим восстановить. Стертая координата, нет. Но она точка, в которой что-то стерто. Да, это стертая. То есть стертых координат много, но вот мы хотим восстановить значение в одной из них. У нас здесь многочлен, и мы его знаем там почти во всех местах, а да. Вот здесь мы его не знаем. Да. W мы его не знаем, мы хотим восстановить. Ну, еще не знаем в какой-то доле дельта. То есть да. Мы знаем его там много где, но в константной доле точек мы его не знаем. Вот, но вот, ну, да, то есть есть какая-то доля точек, которая стерта, и вот мы хотим восстановить значение вот в одной из этих стертых точек, и мы хотим сделать это, не читая все, что осталось, а читая только
читая не более чем r координат. Вот. И что мы делаем? Мы говорим, что ну, вот посмотрим на все возможные афинные прямые через эту точку W. Их много афинных прямых. Вот. И посмотрим на все возможные афинные прямые через точку W. То есть прямые вида. Что такое афинная прямая? Это то, что множество точек вида W плюс лямбда V, где лямбда пробегает все значения в поле FQ. Вот. Посмотрим на все возможные афинные прямые. Я утверждаю, что существует афинная прямая, на которой... Да, даже это нам сейчас и не нужно. Да, да существует V. Да, то есть про дельту я просто говорю, что дельта там меньше 1%. Не знаю, меньше 10%. А существует V, VQ, такая, что... на прямой, что стерто, да, вот, да, D, пусть у меня будет куб пополам, что стерто меньше половины LWV. Ну, почему это так? Потому что если я посмотрю на точку W и посмотрю на все афинные прямые, которые через эту точку проходят, они дают мне разбиение всего пространства FQ в степени n. Если на всем пространстве FQ в степени n стерто меньше, чем 10%, то это значит, что и на какой-то прямой стерто меньше, чем 10%. Ну, в частности, да, меньше половины этой прямой стерто. Есть какая-то прямая, на которой, уж, по крайней мере, половина точек не стерта. Вот. А, да, теперь есть многочлен, который нас интересует. Вот я обозначу F большое. То есть вот есть многочлен F большое от переменных X, который нас интересует. Но давайте подумаем про ограничение этого многочлена на вот эту вот прямую. А f, что будет, если я его ограничу на эту прямую? F L W V. То есть просто это как бы f от W плюс лямбда V. И это уже многочлен от одной переменной. Это многочлен FQ от лямбда. Да? Потому что мне теперь осталась только одна переменная. Если я взял многочлен от многих переменных, ограничил его на афинную прямую, но я получил многочлен от одной переменной. Вот. Но степень, она от этого может только понизиться, ну, либо остаться такой же. То есть, если я знал, что вот я возьму и назову этот многочлен f маленькое от лямбда. Теперь, что я знаю? Я знаю, что степень f большое от всех этих, от x, она была не больше, чем d, ну, и стало быть, степень f маленькое от лямбда, она тоже не больше, чем d. Но я знаю значение f маленькое от лямбда. F маленькое от лямбда могу восстановить, потому что просто интерполировать. То есть это многочлен степени не больше, чем d. И я знаю его значение узнаю значение f от лямбда в q пополам в d плюс одной точке. Да, то есть пусть вот эта вот прямая, на которой стерто не больше, чем 10% координат. Ну, да, во-первых, что я буду читать для того, чтобы восстановить значение моего многочлена в точке W? Ну, вот я нашел эту интересующую меня прямую, и на ней я прочитаю все значения моего многочлена. Я прочитаю какие-то d плюс 1 значения моего многочлена от многих переменных. То есть я прочитаю координаты моего кодового слова в d плюс 1 координате, которая живет на вот такой вот афинной прямой. Вот. И это даст мне d плюс 1 значение моего многочлена f маленькое от лямбда. Но это многочлен степени не более, чем d. Если я знаю значение в d плюс 1 точке, я могу его интерполировать. Таким образом, я могу восстановить f маленькое от лямбда. Следовательно, я могу восстановить f маленькое от лямбда как многочлен.
Ну, и стало быть, я могу вычислить f от нуля. Ну, а f от нуля — это то же самое, что f большое от w. И это именно то, что, собственно, что меня интересовало. То есть это именно так, это значение именно той координаты кодового слова, которую я хотел восстановить. Вот, и можно, да, то есть здесь, да, ну, это совсем классическое рассуждение. Вот, и можно посмотреть, какие у нас получаются параметры, да, то есть, что, да, вот, собственно, вот наши параметры. Вот наши параметры. Ну, что здесь, да, то есть n, длина кодового слова, это q в степени маленькая, k, поскольку d мы считаем константой, то k ведет себя примерно как n в степени d, вот, а r это d плюс 1. То есть k ведет себя как n в степени r минус 1. Вот, это значит, что n — это k в степени единицы на r минус 1. А, то есть n большое — это экспонента, ну, это 2 в степени k в степени единицы на r минус 1. Вот, вот это вот параметры кодов Рида-Маллера в случае, когда r — константа. То есть когда r равно 2, мы получаем экспоненту, получим код Адамара. Код Адамара — это частный случай этой конструкции. Если r равно 3, например, то длина, которую мы получим, будет 2 в степени примерно корень из n. R равно 4, мы получим 2 в степени n в степени 1 треть, ну и так дальше. Вот, вот это был первый класс кодов, первый класс локально декодируемых кодов, который изучался. А в оставшееся время я хочу рассказать о кодах и сочетающих векторов. Они технически сложнее, но интереснее и обладают намного, намного лучшими параметрами. То есть, если у кодов Рида-Маллера длина кодового слова при константной локальности экспоненциальна, то есть, ну, как бы 2 в степени k в степени эпсилон, ой, прошу прощения, 2 в степени k в степени эпсилон, то у кодов и сочетающих векторов даже уже при локальности 3 длина оказывается меньше, чем любая экспонента. Вот. Если здесь вопросов нет, то мы перейдем к кодам сочетающихся векторов. Маркер, похоже, стерся, по крайней мере, с большей части доски. Что я думаю, что может ничего страшного и нет. Хорошо. То есть это опять же можно. То есть все то, что мы слушали раньше. То есть, начинаем с нуля новый класс кодов, поэтому можно заново пытаться следовать. Вот. Хотя важна будет некоторая аналогия с кодами Рида-Маллера. То есть в кодах Рида-Маллера как происходило кодирование и декодирование. То есть у нас были кодовые слова. Кодовые слова — это были вычисления неких многочленов. То есть мы брали многочлен, вычисляли его на каком-то множестве, многочлен от многих переменных, вычисляли его на каком-то множестве и говорили, что вот множество этих значений — это и есть наше кодовое слово. С кодами и сочетающих векторов будет так же. То есть будут какие-то многочлены, какие-то множества, мы вычисляем, вот, пожалуйста, кодовые слова. И процесс локального восстановления был в том, что мы в случае кодов Рида-Маллера мы брали афинные прямые и ограничивали многочлен от многих переменных на афинную прямую, получали многочлен от одной переменной, делали интерполяцию и таким образом декодировали. Здесь будет так же, по крайней мере, какая-то такая, так сказать, общая канва будет такая же, но будут очень важные отличия. Коды из сочетающихся векторов.
Я думаю, что это последнее, что мы сможем покрыть. То есть конструкция, она не тривиальная. И в самом конце я скажу несколько слов о приложениях. О приложениях в теории. Вот. Итак, то есть должно быть какое-то понятие сочетающихся векторов. То есть основной ингредиент, очень важный ингредиент, с которого эти конструкции начинаются, это семейство сочетающихся векторов. Вот давайте дадим определение. Пусть у меня есть два множества такие, два множества векторов U1, UK. Это вектора, которые живут в ZMN. То есть вектора размерности N по модулю M. Есть еще одно такое же семейство. V1, VK тоже живет в ZMN. Я буду говорить, что это сочетающееся семейство. Сочетающееся. Если выполнены два условия, то есть, во-первых, для любого i в k скалярное произведение u i на v i равно нулю по модулю m. Естественно, по модулю m, потому что вектора живут в zm. А для любого g неравного i в k u g умножить на v i не равно нулю по модулю m. Да, вот такое определение. Что там написано Z? Вектора эти самые. ZMN. Где? Вот здесь? Да. То есть есть какие-то M и N. Да. ZMN — это множество векторов размерности N, где каждая координата по модулю M. Mm-hmm. Вот. И множество, такие два такие списка векторов, называются сочетающимся семейством, если выполнено следующее условие на скалярное произведение. Юитый на вэитый — ноль, а южитый на вэитый, где жи и различные, не ноль. Вот и все. Это оказывается, что если для каких-то m и n построить такое большое семейство, то из него можно построить короткий локально декодируемый код. И вот это, как бы, сейчас семейство мы строить не будем, то есть это, так сказать, это, ну, у нас не хватит времени, хотя это интересная очень конструкция тоже, но мы покажем переход, то есть мы скажем, что вот, ну, а как по семейству сочетающихся векторов построить локально декодируемый код. Вот это то, что мы сейчас будем делать. Да, то есть предположим, что кто-то нам дал m. Да, и случай, который нас интересует, хотя пока это не важно, это m константа, n растет в бесконечности. То есть предположим, что кто-то… Вот для семейства, если мы просто случайно возьмем там вектора u, вектора v возьмем тоже случайно, ну почти случайно, то есть возьмем из ортогональных v и t, возьмем из ортогональных v и t, то это даст какое-то разумное семейство. Я думаю, что маленькое совсем. Да, потому что m константа, если m константа, а n растет в бесконечности, то есть… Ну, на что же мы можем рассчитывать, да, потом… M-константа. Да, M-константа. Такие семейства строить трудно, и более того, тут еще очень важно, является ли M, например, простым числом. Если M простое, то можно доказать, пусть KMN — это максимальный размер такого семейства, пусть это максимальный размер. Можно показать, что если k простое, тогда kmn, оно ограничено полиномиально по n, то есть оно ограничено функцией n в степени m минус 1. Но с другой стороны, если m не простое, тогда эта граница неверна. То есть есть результат Гролмуша, который говорит, что k от, пусть у нас есть s простых чисел, p1, psn, оценивается снизу через там, такую вот функцию экспонента от логарифма n в степени s разделить на логарифма n в степени s минус 1. Вот. То есть случай, когда m простое, там как бы… Да, и с точки зрения локально декодируемых кодов для нас как раз вот, то есть интересно становится именно после того, как каст пересекает n в степени m минус 1.
Если мы будем использовать семейство, где k меньше, чем n степени m минус 1, то мы получим параметры k квадрида Малера или хуже. Когда мы получаем семейство, которое больше, чем n степени m минус 1, что можно сделать, используя конструкцию Гролмуша? Здесь мы получаем эти семейства намного больше, да, потому что такое 2 в степени... То есть даже если у меня всего лишь два множителя, p1, p2, s равно 2, то здесь уже как бы 2 в степени квадрат логарифма, то есть это n в степени логарифм n, уже как бы я получаю рост более чем полиномиальный. Вот отсюда вот, как бы, да, то есть использованием вот этих вот конструкций можно получать неожиданно большие семейства сочетающихся векторов и, стало быть, неожиданно короткие локально декодируемые коды. А все вопросы как бы о том... То есть очень, как бы, и да, с точки зрения локального декодирования, поскольку тот аргумент, который я сейчас приведу, он является, как бы, и сейчас является, это единственный, по сути, метод строить локальное декодирование кода короче, чем код Рида-Малера. А любое улучшение в конструкциях вот этих вот сочетающихся векторов даст более короткие локально декодируемые коды. Это, как бы, причем это не единственное предложение, но как бы это основное предложение таких векторов сейчас. Вот. И да, то есть здесь, скажем, пусть у нас, не знаю, пусть у нас m равно 6. Там, вот, да, я рассматриваю вектора по модулю 6 размерности n, сколько там можно набрать сочетающихся векторов. Вот эта вот конструкция скажет, что, по крайней мере, нужно n в степени логарифм n. А оценки снизу, они будут там порядка 6 степени n пополам. Где там истина? Замечательный вопрос. Ничего не известно. Вот. Ну хорошо, но сейчас мы не будем вдаваться в... То есть я не буду говорить о конструкциях этих векторов, не буду рассказывать конструкцию Гролмуша. Я расскажу, как по семейству сочетающихся векторов построить локально декодируемый код. Вот. И первое, что мы сделаем, мы скажем, что вот мы выберем какую-то степень простого q, такое, что m делит q минус 1. И стало быть, в поле существует мультипликативная группа, которую я буду обозначать cm, которая живет в q со звездочкой. А cm — мультипликативная подгруппа. Да, то есть я выберу q. Так, чтобы это выполнялось. Мне надо строить код, я сам определяю алфавит. Вот. И, ну вот я выберу q такое, чтобы m делило q минус 1. Вот. Ну, почему это можно сделать? Да. Да. Ну, просто потому что если я посмотрю на все простые числа по модулю m. Мы значит, в таком порядке мы все выбираем. У нас есть система векторов. Да, это то, что нам дали. Есть там m и n. Да. А дальше мы что, выбираем q? Дальше выбираем q. И дальше мы сейчас будем много чего делать. Да. Вот отсюда мы начинаем, и как бы и сейчас будем много чего. Да. Надо найти в арифметической прогрессии. Да, да. Ну, оно там будет. Ну, да, да, да. 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 И мы берем любое такое q, так чтобы это выполнялось. Вот. Да, и сейчас я буду вводить некий набор обозначений, которые могут сначала немножко казаться достаточно громоздкими. Вот, да, еще я зафиксирую этой мультипликативной группы генератор. То есть пусть G генератор CM. Нам важно, что Q больше, чем N? Нет. Оно слишком большое не надо. Но как бы оно зависит только от M, поэтому как бы M константа, да, то есть мы думаем, что M константа, N растет, но все равно константа какая не очень важна. Вот. Коды потом все равно эти можно сделать двоичными и... Вот. G-генератор. Ну и теперь некий набор обозначений. Пусть у меня есть вектор W в ZMN. Я буду писать G в степени W. Это будет обозначать G, как бы естественный такой вектор. W в первая координата. G в степени W n-ная координата. И, соответственно, это уже живет в CMN. Да.
А теперь пусть у меня есть два вектора v и w в ZMN. Я определю понятие. То есть, по сути, я пытаюсь как-то вот в этом вот множестве CMN. То есть CMN сделать что-то, что я делал похожее на в кодах Риде-Маллера. То есть в кодах Риде-Маллера у меня было пространство fq в степени n. Там можно и складывать, и умножать. Это множество странное. То есть в нем вектора складывать нельзя, их только умножать между собой можно по координатно. Но тем не менее я хочу, чтобы в этом множестве были прямые. Поэтому я сейчас возьму и определю в этом множестве понятие прямых. Вот. И прямые я определю следующим образом. Если у нас эти самые числа по модулю m, то у нас эти как бы показатели степени определены только по модулю m. Да. Но m — это только делитель q минус 1, поэтому... Но g — это, это генератор группы cm. А, вот это, да, это мультипликативная прямая. Через W в направлении V. Ну вот, могу так определить себе мультипликативную прямую. Такая прямая в экспоненте. Теперь дальше. Теперь пусть у меня есть вектор u в ZMN. Я определю понятие такой вот монома, моном с индексом u от переменных z1, zn. И этот моном просто вот в кольце в таком z1, zn. И определяется он по такой формуле. Тоже очень естественный z1, zn. Это произведение по i от единички до n, z и t, и t координата u. Да, ну даже можно сказать, что это моном на самом деле не просто в этом кольце, а в кольце факторизованном по z1, z и t в степени z1 в степени m равно единице, zn в степени m равно единице. Ну, да, то есть поначалу выглядит как громоздко и странно, но вот... да, теперь попробуем как-то между собой эти вещи комбинировать. Попробуем вычислить моном вдоль мультипликативной прямой. Вот это вот будет основное наблюдение. То есть мы определили, да, то есть у нас есть такое странное множество CMN, которое, в общем-то, то есть прямых в таком в человеческом смысле в нем нету, но мы их как-то определили. Вот, да, то есть такие вот мультипликативные прямые, которые какие-то гнутые, на самом деле, кривые. Вот. Но мы скажем, что если мы берем моном, вот, и вычисляем его во всех точках мультипликативной прямой, то на самом деле то множество значений, которые мы увидим, оно избыточное. Давайте увидим, почему. Избыточное более того, оно может, мы можем его трактовать как множество значений некого уже обычного такого человеческого полинома низкой степени. Ну, хорошо, давайте посмотрим, что это такое. Пусть у нас есть моном, соответствующий вектору u. Мы вычисляем его в точках z, где z пробегает мультипликативную прямую.
Да, вот пусть у меня есть какой-то вектор. То есть у меня есть произвольные вектора U, W и V. Все эти вектора живут в ZMN. Теперь я по вектору U я построил моном, вот используя эту формулу. И взял этот моном, вычислил во всех точках мультипликативной прямой, где мультипликативная прямая определяется вот по этой формуле. Ну что это значит? Да, то есть это значит, что просто я смотрю вот на такое вот множество значений. G в степени скалярное произведение векторов U на W плюс лямбда V, вот, где лямбда пробегает все значения в ZM. Ну я могу в экспоненте как бы делать обычные операции с векторами. Вот, и я получу, что это то же самое, что G в степени скалярное произведение U на W на G в степени лямбда, ну вот скалярное произведение V на W, и лямбда пробегает все значения в ZM. Почему же это равно G в степени скалярного? Первое, да-да. Хорошо. Да, то есть, ну, просто, да, можно, то есть, нужно аккуратно подставить. То есть, что такое моном, что такое U и моном? То есть, это Z1 в степени U1, в степени первой как бы, координаты U1, Z2 в степени вторая координаты U1 и так дальше. Теперь, когда мы вместо Z1 берем и подставляем, соответственно, первую координату с мультипликативной прямой, то есть, это будет G. Да, то есть, может быть, просто это надо аккуратно выписать. Давайте это сделаем. Да. Z1 в степени первой координаты U1 и так дальше. Zn в степени n-той координаты Zn. И туда мы подставляем G в степени W плюс лямбда V. Вот. Что это значит? Это Z1 в степени... это уже G в степени W1 плюс лямбда V1 умножить на U1. Да, но я буду U1 как первая координата. Вот. Умножить на G в степени W2 плюс лямбда V2 умножить на U2 и так дальше. Умножить на G WN плюс лямбда VN умножить на UN. Вот. Ну, теперь как в экспоненте... Вот, поэтому здесь я получаю g в степени скалярное произведение этих векторов, и я могу g в степени u на w вынести, получу g в степени лямбда v на w. Ну, а теперь я просто подумаю, ну, а что такое, как бы, когда лямбда пробегает zm, что происходит с g в степени лямбда? Ну, g в степени лямбда пробегает всю мультипликативную группу. Да? То есть... Поэтому я могу просто как бы сказать, что ну, пусть у меня там будет не g в степени лямбда, которая, не лямбда, которая пробегает zm, а g в степени лямбда пробегает всю мультипликативную группу, пусть у меня будет какая-то просто другая переменная, которая называется y, которая пробегает всю мультипликативную группу. Но хорошо, но тогда y пробегает эту мультипликативную группу, а какие значения я получаю, ну, то есть какая-то константа, это от y не зависит, на y в степени скалярного произведения v на w. Но скалярное произведение v на w — это элемент zm, то есть это величина, которая... то есть да, это какая-то константа, да, тоже она от y не зависит. Какая-то константа, которая причем не может происходить m-1. То есть я наблюдаю, если я беру... произвольный моном и ограничиваю на мультипликативную прямую, то множество значений, которые я там наблюдаю, это множество значений какого-то многочлена, какого-то монома низкой степени. Какого-то монома степени не больше, чем m-1, значение которого я наблюдаю в m-точках. Вот. Это основное наблюдение. То есть, что вот эти мультипликативные прямые выбраны, определены таким образом, и мономы определены таким образом, что если я беру моном, ограничиваю на мультипликативную прямую, то, что я наблюдаю там, это значение некоторого многочлена ограниченной степени, ограниченной m-1 в m-точках. Вот. Ну и теперь как бы с использованием этого мы можем определить кодирование, декодирование и увидеть, что все действительно
работает. Сочетающиеся векторы. Да, мы до них не дошли, то есть это, до них еще не дошли. Да. Да. Да, итак, кодирование. Да, то есть, ну, кодирование у нас должно быть какое-то сообщение. То есть есть вектор x в f куб в степени k, который мы хотим закодировать. Да. И k — это вот именно наше k, это мощность нашего семейства. То есть наше семейство, оно u1 у k, да, v1 в k. Вот. И как раз от k это и будет размерность наших сообщений. То есть пусть у нас есть вектор x над полем f размерности k, мы хотим его закодировать. Как мы это делаем? Во-первых, мы строим некий многочлен f с индексом x от переменных z1, zn. Многочлен наш следующий. Это сумма по g от единички до k, xg, g это и координата x, умножить на моном, определяемый вектором ug, ну вот этот моном от этих переменных z1, zn. Вот мы получаем некий многочлен в f, q, z1, zn. Что такое u? U — это наши вектора, да, то есть у нас есть, вот появились первый раз, наконец, появились вектора u. То есть для каждого g мы берем моном uG, моном соответствующий uG, умножаем его на житую координату сообщения, которое мы хотим закодировать, вот у нас получается какой-то большой многочлен от многих переменных. Вот. И этот многочлен, его, да, то есть если в случае кода Рида-Майлера мы многочлен вычисляли на всем, да, то есть на fq в степени n, здесь эти многочлены, их даже можно вычислять только на cm в степени n. Да, потому что эти мономы, то есть эти мономы, их можно вычислять только на этой мультипликативной группе, потому что все эти вектора южитые, они определены по модулю m только. Вот. Да, и теперь что такое кодирование? То есть что же такое, что же за кодовое слово соответствует вектору x? Ну, это просто действительно вот вычисление этого многочлена. Мы берем fx, наш многочлен, вот z, и вычисляем для всех z в cmn. То есть мы берем многочлен строится странным образом, не так естественно. То есть в случае кодов Рида-Майлера мы брали все многочлены низкой степени. Эти многочлены могут быть чрезвычайно высокой степени. Но это какие-то вот таким особым образом аккуратно выбранные многочлены. И мы их вычисляем не на всем пространстве fq в степени n, а только на каком-то особом множестве. Вот такие будут кодовые слова. Как будет устроено декодирование? С кодированием все. Декодирование. Да, при декодировании, то есть мы хотим восстановить какой-то x итой. Да, то есть нам дана итая координата, хотим восстановить x итой. Ну вот, что мы сделаем? Посмотрим на наше пространство CMN и возьмем как работает декодирование, выберем случайно вектор W в ZMN и прочитаем, ну да, в данном случае не случайно, я прошу прощения, да, то есть у нас есть много стертых координат, да. Но мы заметим, что если мы будем смотреть на прямые m, w, v и t,
где, то есть VIT фиксировано, потому что мы хотим восстановить итую координату, мы для этого будем использовать вектор VIT. А W мы будем варьировать, то есть мы будем смотреть на мультипликативные прямые MW VIT для разных W. То есть давайте, да, прежде чем определять декодирование, давайте сделаем такое наблюдение. Прямые M, мультипликативные прямые MW VIT для разных W они либо не пересекаются, либо совпадают. И, очевидно, покрывают все пространство CMN. Либо не пересекаются, либо совпадают. Вот. Ну, последний пункт простой. То есть, почему они покрывают все пространство CMN? Ну, просто потому что, выбирая W произвольным образом, и выставляя себе лямбда равное нулю, я могу получить произвольную точку в пространстве. Поэтому понятно, что они все покрывают. Почему они либо не пересекаются, либо совпадают? Ну, предположим, что я нашел какие-то W1 и W2, что, да, что если я смотрю на MW1 VIT и MW2 VIT, то эти прямые пересеклись. Почему это значит, что они совпадают? Мы, предположим, пересечение не пусто. Ну, как бы если они пересекаются, это значит, что имеет место тождество. GW1 плюс какое-то лямбда 1 VIT — это то же самое, что GW2 плюс какая-то лямбда 2 VIT. Да, но как бы, но, то есть если имеет место такое тождество, должно быть и тождество в экспоненте. Вот. Это значит, что W1 плюс лямбда 1 VIT равно W2 плюс лямбда 2 VIT. Ну, это значит, что V1 я могу, то есть когда я могу вот эту лямбду перенести сюда, это значит, что, да, это значит, что каждую точку первой прямой я могу, как бы, соответственно, получить как на второй прямой и наоборот. Вот. Поэтому прямые действительно равномерны, то есть они не пересекаются, либо, то есть, да, как бы, либо не пересекаются, либо совпадают, покрывают все пространство. И в частности, это значит, что поскольку здесь мы считаем, что m константа, это значит, что если доля стертых координат дельта меньше, чем единица на m, следовательно, существует MWVIT такая, что все ее координаты не стерты. Не стерты. Вот такую прямую мы и возьмем. Есть множество стираний, но мы возьмем и выберем прямую в направлении VIT, которая полностью не стерта, которая полностью цела. Не стерта. И теперь я могу определить декодирование. Вот. Да, давайте это посмотрим. Хорошо. Да, как работает декодирование? То есть мы взяли вот эту прямую MWVIT, то есть прямую в направлении. То есть для прикодирования мы используем вектора UIT, и при декодировании мы используем вектора VIT. И сейчас как-то они будут между собой взаимодействовать, и у нас все получится. Вот. И теперь что мы делаем? Мы берем наш многочлен, то есть вот берем и просто читаем все значения всех координат на этой прямой, и мы покажем, что этого достаточно по каким-то странным причинам, чтобы восстановить x и t, чтобы сделать декодирование. Сейчас, подождите. Можете еще объяснить, почему карта всегда не найдется? У нас еще найдется такая прямая, что не стерта? То есть мы, как бы, если прямые не пересекли, либо не, то есть на каждой мультипликативной прямой m точек, вот, и на них можно разбить все пространство.
Если доля шума меньше, чем единица на m, если стерто меньше, чем единица на m координат, то ну просто не хватит, как бы, то есть, потому что если на каждой стереть по точке, то уже наберется единица на m. Вот поэтому. Да, как работает декодирование? То есть вот мы просто покажем, что из того, что мы прочитаем на этой мультипликативной прямой, мы сможем восстановить x и t. Ну, что мы читаем на мультипликативной прямой? Мы читаем вот наш многочлен fx, ограниченный на gw плюс лямбда в и t, вот, где лямбда пробегает за тем. Давайте попытаемся это расписать. Это сумма по g, xg умножить на gw плюс лямбда на моном ug xgw плюс лямбда в и t. Да, то есть, ну, то я просто подставил в определение своего многочлена те точки, в которых я произвожу вычисления. Вот, это сумма по g от единицы до k xg на g в степени ug на w умножить на g в степени лямбда в степени ug на vi. Хорошо? То есть вот этот переход, это мы уже делали, да, и даже аккуратно расписали, то есть что если мы вычитаем моном, какой-то моном u в g с экспонентой, то мы можем, что это просто g как бы в скалярном произведении u на экспонент. Вот. Хорошо. Теперь заметим, что здесь идет сумма по g. Вот. И случай, когда g равно i, он особенный. Потому что при нем это единственный случай, когда мы вот здесь вот видим нулевое скалярное произведение. Вот давайте его, да, то есть как бы из этой суммы мы выделим член, когда g равно i, ну, что у нас получится. Этот член, он какой? Вот там, конечно, написано xi, нас интересующее, умножить на g в степени ug на w, умножить, да, но здесь как бы здесь получается 0, то есть если ui на vi равно 0, g в степени 0,1, прекрасно, то есть этот член мы выделили, плюс сумма по всем g неравным i, она осталась такая же. Xg умножить на g в степени ug w умножить на g в степени лямбда ug в i. Ну, немножко перегруппируем последнюю сумму. Xi умножить на g ug w плюс... А здесь мы как бы возьмем и просуммируем вот по вот этой вот величине. Сумма по... Заметим, что эта величина всегда не нулевая, потому что по свойству сочетающих векторов ug на vi всегда не равно нулю. Сумма по s в zm без нуля xg умножить на g в степени... давайте напишем это так. Да. G в степени лямбда в степени s умножить на, вот здесь вот сумма по всем g таким, что ug на vi равно s, x g умножить на g в степени ug на w. Вот. Ну вот это просто результат перегруппировки членов, и на этом на самом деле все заканчивается. То есть мы подставили уравнение мультипликативной прямой в наш многочлен, сказали, что случай, когда в этой сумме i и g совпадают, он особенный, потому что это единственный случай, когда g в степени лямбда у нас получается в нулевой экспоненте, и этот член мы выписали. Вот. А другие члены просто сгруппировали по степени g в степени лямбда. И что же мы наблюдаем? То есть получается, что теперь, когда лямбда пробегает zm, вот это g в степени лямбда, раньше мы его обозначали через y, это я могу просто сказать, что этот y пробегает cm, то есть просто пробегает мультипликативную группу.
Ну и что же получается? То есть это получается, что, что есть какой-то многочлен от одной переменной, от переменной y, степень которого не больше, чем m-1. И я знаю его значение в m точках, потому что когда y приближается m, я получаю значение этого многочлена уже от одной переменной в m точках. Если я знаю, то есть, если бы я могу восстановить многочлен, стало бы я могу восстановить его свободный член. Но свободный член несет всю информацию о x и. Вот это доказательство. Как, наверное, все правильно, так не проследишь. Но как-то очень странно все-таки. Можно как-то объяснить в каких-то общих словах, почему так происходит или так? Когда это можно было догадаться? Или вообще? Да, то есть как, так сказать, когда этого догадывались, это я могу рассказать, но это будет историческая перспектива. То есть была первая конструкция, которая получила параметр лучшего деда Майлера и использовала сочетающиеся вектора. У нее была комбинаторная интерпретация, которую я хорошо понимал, и как бы, которую я мог, то есть, так сказать, хотя большинство людей не верило в то, что это... То есть были не удовлетворены, так сказать, попыткой объяснить, почему именно так. Но как бы она работала, и доказательства. Вот. Так сказать, после этого, да. То есть после этого были улучшены параметры, так сказать, в рамках той же, в какой-то смысле, философии использования сочетающихся векторов. И были разные. Да и сейчас есть разные интерпретации конструкции, то есть разные. Но какой-то вот так, чтобы вот было вот действительно понятно, почему так, нет. Вот. Оно работает. Открытый вопрос. Да. То есть, на самом деле, серьезно, то есть, если просто как бы, да, эту конструкцию суметь объяснить на каком-то... Так, чтобы было вот действительно вот ясно, вот, почему каждый шаг происходит именно так, наверное, было бы очень здорово, потому что, скорее всего, дало бы какие-то рычаги к ее улучшению. Но этого нету. А конструкция действительно сложная и, да, неожиданная. И нам важно, что что-то равно нулю по модулю, да. Что-то не равно нулю, но нам не важно, чему оно равно. Нет, это все используется. Как бы, то есть, конечно, я рассказываю очень грубый вариант конструкции. То есть нам, да, нам важно, что мы можем выделить случай и, что случай и, когда мы получаем 0, он единственный. Да, что ui равно vi равно ui vi 0, а другие не 0, как бы сразу это нам ui выделяет. И это нам здесь важно, потому что мы сразу получаем свободный член, который нам полезен. Вот. А на самом деле, как бы, то есть, чтобы получить более тонкие параметры, еще важно, сколько здесь разных экспонент будет. Да? То есть, можем, мы говорим просто не равно нулю, ну как бы, ну тогда здесь будет m-1 экспонента. Но мы можем сказать, что может быть и. На самом деле вот эти конструкции Гролмуша дают не 0, не 0, они дают 0, либо некое маленькое множество. Вот. И это можно использовать. То есть, когда здесь маленькое множество, то можно тогда мультипликативную прямую читать не всю, а читать только под множество мультипликативной прямой и делать интерполяцию. То есть на этом тоже экономить количество запросов. Сейчас, а там как-то в этой науке еще много всего было. Там, например, вот в этот момент вычисляли многочлены и их производные. Такая была. Это оно что дало под этой картине кодов? Это за что боролись? Производные используются во многих. То есть как бы, во многих близких вопросах. Вот. Мне какой-то смутный останешься, если вычислять, вот, просто брать коды Рида Майлера и еще брать производные, то будет лучше. То есть есть понятие, вот, есть криптографическая задача, которая называется Private Information Retrieval Schemes, вот, в которой есть несколько разных решений, которые используют производные. Она очень близкая по духу к этой задаче. То есть и там лучшие решения сейчас для Private Information Retrieval, они приходят отсюда, плюс использование производных. То есть на этом мультипликативном языке, вот это как последний результат Шиваканта Гопи там, год назад, это как бы для этих многочленов определяются производные на мультипликативных прямых. То есть, когда мы дифференцируем по направлению мультипликативной прямой. И за счет этого в private machine retrieval выигрываются некие параметры.
Ну, приложение локально декодируемых ходов, то есть основные в криптографии, то есть вот эта задача, которая называется Private Information Retrieval, то есть я совсем там, чуть-чуть про нее скажу. А, да, то есть задача как бы следующая, что есть какой-то вектор, который, какой-то, не знаю, база данных, которая хранится у, скажем, есть два сервера, и каждый из них хранит копию этой базы данных. Есть пользователь, который хочет узнать значение итой координаты этого вектора, то есть вот итую запись в базе данных, так, чтобы ни один из серверов не узнал ничего о том, что хотел узнать пользователь. И вопрос, какой объем данных, которым нужно обменяться, для того, чтобы это можно было удовлетворить. Вот. И там тривиально, как можно взять и целую базу данных послать пользователю. В этом случае он не... Понятно, что сервер не узнает, какую именно запись хотел пользователь. Вот. Так, ну, объем данных передаваемых очень большой, там, как бы всю базу данных посылаем. Вот. Оказывается, что если есть два сервера или там, три сервера, то вот, используя такие вот локально декодируемые коды, можно объем передаваемых данных очень сильно снизить. Потому что пусть у нас, скажем, есть три сервера, то что мы будем делать? Предположим, что у нас есть локально декодируемый код, где когда мы хотим восстановить какую-то там итую координату, есть много-много разных троек, которые нам позволяют ее восстановить. Предположим, что эти тройки равномерно покрывают все координаты. Вот. И тогда как можно построить отсюда вот такой private information retrieval схему? Тогда вектор X у нас будет просто этой базой данных, а кодовое слово будет кодированием этой базы данных. Мы ее будем кодировать, серверы ее будут кодировать локально декодируемым кодом. А пользователь, который хочет восстановить итую координату, он будет случайно выбирать тройку, которая ему нужна, и посылать первую координату из тройки первому серверу, вторую координату второму серверу, третью координату третьему серверу. Тогда, получив ответы из серверов, пользователь получит как бы значение тройки и сможет восстановить ту координату, которую он хотел. Это просто в коде Рида Соломона можно запрашивать значение многочленов трех точек, да, тем самым узнать его значение. А, ну тогда это будет как бы все. Ну, да. Это мы тогда как бы пошлем всю базу данных. Что наблюдает каждый сервер, он просто получает случайную координату. Поэтому он наблюдает равномерное распределение на множество координат. Поэтому нет утечки информации. Вот. И короткие локально декодируемые коды ведут к эффективным private information retrieval схемам и наоборот. Есть предложение в области структур данных. Вот. Это, наверное, все. А какие-нибудь там экспандеры, экстракторы из этого не извлекаются? Нет, не извлекаются. И наоборот, для построения? Нет. Есть понятие локально тестируемых кодов. Вот они связаны с задачами аппроксимации, связаны с PCP. Но это другой класс кодов. Они так формально, как бы совсем формально, определения кажутся немножко синтаксически близкими, но конструкции по духу совершенно разные. Локальное декодирование нет. То есть в криптографии есть еще несколько задач, которые ее используют в теоретической криптографии, где это оказывается полезным, но... Но, скажем, самые первые доказательства там про MIT и NEXP, они просто явно использовали код Рида Малера. Код Рида Малера много где используется, да. Но, ну, как бы да, ну так можно сказать, что и... Просто так... Есть сведение, worst case to average case reductions, да, то есть когда мы хотим в каких-то очень больших классах построить задачи, которые из задач, которые трудны в наихудшем случае, задачи, которые трудны в среднем. Вот. И, по-моему, для P-Space, может быть, для каких-то классов чуть пониже. Используя локально декодируемые коды, такие вещи можно делать, но там вполне хватает кодов Рида Малера, то есть там не важна эта оптимизация параметров. Ну, казалось бы, вот в этой самой PCP там тоже вот все они боролись за то, чтобы проверять не логарифм битов, а там константу. Да, да, это связано с локальным тестированием, с локальным декодированием не связано. Загадочно. Спасибо. Я что?